В Тверской области с 21 декабря работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы сотрудников старше 65 лет, работников с хроническими болезнями. Эта мера профилактики введена в соответствии с рекомендациями главного санитарного врача России. Минздрав Тверской области опубликовал перечень этих заболеваний. В список вошли те диагнозы, при которых нарушается иммунитет. Это сахарный диабет первого типа, хронические болезни почек, астма, новообразование, и ряд других заболеваний эндокринной системы, органов дыхания, кровообращения, соединительной и костной ткани. С полным списком можно ознакомиться на сайте областного Минздрава. Также ограничения касаются будущих мам с осложнениями при беременности. Эта мера профилактики введена для снижения распространения коронавируса на территории региона в период новогодних и рождественских праздников.